Приветствую вас, друзья! Сегодня по вашим просьбам мы повторно разберем канал Шиндер-Миндер. В этом видео вы увидите краткий обзор на этот канал со статистикой по подписчикам и просмотрам, а также узнаете, сколько он зарабатывает от монетизации на YouTube. Приятного просмотра! Описание канала от авторов. Здравствуйте, наши дорогие зрители! Это наш новый семейный канал. Мы будем показывать, как мы живем, чем занимаемся в будни, как проводим праздничные дни. Всем хорошего настроения и крепкого здоровья желаем! 10 месяцев назад уже выходил обзор этого канала, кому интересна ссылочка в правом верхнем углу, поэтому в этом ролике мы можем сравнить прогнозы с сайта США Allblade, насколько они близки к действительности. За последние 30 дней на канал был добавлен 21 ролик. Самый первый ролик на канале появился один год назад, океанариум в Краснодаре, едем с семьей на прогулку. Ролик набрал 109 тысяч просмотров. Самый популярный ролик на канале появился один год назад, к нам приехали Серега и Марина, «Харабалинская рыба». Он набрал 968 тысяч просмотров. На втором месте ролик «Краснодарский край. Цены на оптовом рынке. Наша люстра». Он набрал 842 тысячи просмотров. И третий по популярности ролик набрал 628 тысяч просмотров. «Сидим дома. День второй. Сливочное масло». Воспользуемся сайтом США Allblade и посмотрим более подробную статистику канала. Итак, суммарное количество видео на канале – 388. Количество подписчиков – 368 тысяч. Суммарное количество просмотров – 83 миллиона 338 тысяч. Страна регистрации канала – Россия. Дата регистрации – 16 марта 2020 года. В своей стране канал занимает 1005 место. В категории «Люди» – 1395 место. Оценка канала «Б» – это средняя оценка. За последние 30 дней на канал подписалось 6 тысяч зрителей, что на 14% меньше предыдущего периода. Контент посмотрели 3 718 тысяч раз, что на 4,9% больше предыдущего периода. Подробная статистика по дням. Ежедневно на канал подписывалось 200 зрителей. Среднее количество просмотров в день составило 123 тысячи, а ежедневный заработок от 31 доллара. В таблице также можно увидеть усредненную статистику за неделю и за последние 30 дней. Смотрим далее. Графики представлены с апреля 2020 года. Максимальное количество просмотров пришлось на февраль, май и июль 2021 года, более 5 миллионов просмотров, максимальный прирост по подписчикам был, как ни странно, в апреле 2020 года 29 600 подписчиков. Сейчас, как мы видим, канал немного просел по подписчикам. Давайте заглянем в прогнозы для этого канала, чтобы предположить, что его может ожидать через год. При условии, что канал будет развиваться такими же темпами, через год на канале будет 546 тысяч подписчиков и более 134 миллионов просмотров. Перейдем к финансовой части и узнаем доход канала от монетизации. Делаем мы это не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а для того, чтобы понять, как развивался данный канал и к каким результатам он пришел за один год работы. По мнению США Allblade, доход за последние 30 дней составил от 930 долларов до 14 900 долларов в зависимости от того, в какой стране этот контент просматривали. Если контент просматривали в России или странах СНГ, то доход должен быть в 2-3 раза больше минимальной отметки. А это значит, что канал заработал более 1860 долларов. А теперь давайте посмотрим прогнозы, которые выдавал сайт США Allblade 10 месяцев назад и сравним их с реальными. По мнению США Allblade, при условии, что канал будет развиваться такими же темпами, через год на канале будет 586 тысяч подписчиков и более 125 миллионов просмотров. Как видим, прогнозы не сработали, канал не дотянул аж 134 тысячи подписчиков до прогнозируемой цифры. Кстати говоря, прогнозы, которые вы увидели, намного лучше, чем 10 месяцев спустя. А на этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь. Всем пока!